За сутки в Саратовской области 93 человека заболели коронавирусом. Общее число заразившихся за время пандемии составляет около 8,5 тысяч. Об этом сообщает региональный штаб. Больше всего заболевших в Саратове 50 с лишним человек. Зарегистрированы новые случаи в Энгельсе, Аткарске, Балакове и еще 12 районах. По словам медиков, в основном все пациенты взрослого возраста, и лишь один из них – ребенок. Саратовцам до осени запретили ходить и ездить в лес. Об этом сегодня сообщили в региональном министерстве экологии. По словам чиновников, до конца сентября запрещено ездить на машине в лес, разводить костры и сжигать мусор. Связано это с установлением сухой погоды. Сообщается, что следить за порядком будут специалисты ведомства, организуют контрольно-пропускные пункты и создадут мобильные группы для обхода наиболее опасных лесных участков. На улице Зарубина между Горького и Мясницкой ограничили движение автотранспорта. Энергетики проводят ремонтно-восстановительные работы на теплосети. Об этом сообщают в пресс-службе компании «Т-Плюс». По словам сотрудников предприятия, трудности с проездом в центре города продлятся до завтрашнего дня. В 8 вечера дорогу обещают открыть, сообщают саратовские энергетики.